Доброго времени суток, с вами Minion Stuart, и сегодня я хочу рассказать вам о сайте офис-центра виртуальных транспортных компаний www.officevtk.com. Что это из себя представляет и как в нем работать компаниям, да, администраторам, директорам компаний, как это все выглядит. В общем, сейчас мы находимся на главной странице сайта, собственно, вот так вот она выглядит. Скажем, что здесь есть. Допустим, радио на гараж, который можно выключить в любой момент, чтобы оно вам не мешалось. Кнопочка «Домой», то есть выход на главную страницу, и кнопочка «Помощи». Допустим, если у вас какой-то вопрос, собственно, мы можем туда зайти и посмотреть. Да, допустим, заходим. Здесь краткие вопросы, да, допустим, по игре. И если у вас возникли вопросы также по сайту, то есть здесь можно отправить письмо. Оно придет, администратор обязательно вам на него ответит. Ну и выход на главную страницу, кнопочка выхода на главную страницу. Также часики, да, чтобы вы могли контролировать время, если, допустим, вы сильно зависли, да, на этом сайте. Что еще? Выход в чат, там отдельная регистрация. У нас посетило количество посетителей. Virtual Speditor кнопочка, очень полезная кнопочка, где вы можете ознакомиться, как скачать программу, собственно говоря, да, краткое описание по установке со скриншотами, а также чуть ниже найдете, собственно говоря, все эти прицепы с их переводом в программе. То есть здесь сейчас представлены практически все прицепы, да, но потихонечку они будут еще добавляться, потому что не все еще прицепы сюда добавлены. Ну, собственно, вот вы можете посмотреть, да, найти перевод и Virtual Speditor выставить тот прицеп, который вам необходим. Что еще есть на главной странице? Смотрим. Это, чуть не забыл, да, самое главное, это вход на сайт. Зарегистрироваться здесь нужно будет ввести всего лишь ваш email, почту и пароль, придумать пароль, по которому вы будете входить на сайт. Рейтинг компании. Рейтинг – это таблица сводная, да, где у вас будут отмечаться ваш рейтинг по отдельно, как по ETS, АТС, по конвоям и общий рейтинг компании, который выведен, да, то есть отдельным окном, желтым цветом выведен, то есть и согласно сайта, то есть у кого больше рейтинг, то будет подниматься выше по этой лестнице. Ничего сложного нет, то есть все эти три рейтинга, то есть конвои, АТС и ETS суммируются и получается общий рейтинг компании. Дальше есть кнопочка Blacklist, это черный список, то есть туда вы можете внести человека, который вам, допустим, не угоден, да, и вы хотите поделиться другими участниками данного сообщества, да, скажем так, человеком, который, допустим, плохо себя ведет. Новости, собственно говоря, это новости с ETS, Tracker, SMP, SKS, то есть все сюда добавляется периодически, да, то есть чтобы вы были в курсе. Также акции, скидки, все это будет обязательно сюда добавляться. Моды там, там подобное. Что еще? Кнопочка радио, там описание, собственно говоря, установки радио, да, если кому-то это будет интересно, пожалуйста, там все будет описано. Также с ссылочками на установку каких-то файлов там, да, допустим, там можно будет скачать. Чуть ниже всего вот этого уже, как говорится, самое основное окно, это список всех компаний, которые присутствуют на данный момент на сайте. То есть сейчас их 6 компаний. Сейчас это все проходит бета-тестирование, но с 1 марта, я надеюсь, будет уже официальное открытие сайта. И, собственно говоря, любая компания может, собственно говоря, зарегистрироваться. Здесь для этого надо нажать кнопочку в самом низу регистрации ВТК. Это может делать исключительно только директор компании, ее основатель, да. Больше никто этого делать не может. Потом, собственно говоря, я лично свяжусь, и мы уже обговорим, как это будет выглядеть. Ну, начнем с того, что сайт этот, то есть компания, которая сюда зарегистрирована, она получает, собственно говоря, свой собственный сайт со своим, по большому счету, доменом. Да, допустим, www.officevtk.com, и дальше будет umbrella, например, да, то есть или forward, в зависимости от того, какая компания. То есть у каждого будет своя ссылочка, свой сайт, да, грубо говоря, в котором вы можете, собственно говоря, вы можете сделать все, что угодно, настроить меню внутри компании так, как вам, как вы считаете нужным. Ну, допустим, главное окно, в котором есть ссылочка на ВКонтакт, ссылочка на YouTube, если у вас есть этот канал. Ну и заходим, собственно, в комнату, как это выглядит.
Все здесь сейчас по шаблону, у всех компаний одинаково, то есть ничем они не отличаются, поэтому вот скажу на примере Umbrella. Начнем с верхней, это описание компании, то есть краткое описание, да, чем она занимается, там все что угодно, все зависит только от вашей фантазии. Дальше 4 иконочки, 4 пункта, да, то есть это администраторы компании, начиная от, например, у нас это генеральный директор, да, у кого-то это будет основатель компании, все зависит от того, какую должность вы хотите сюда прописать, так это и будет здесь заполнено с кратким описанием должности, именем, фамилией и ссылочкой на ВКонтакт, либо на другую социальную страницу, которая вам будет удобна. Дальше идет окно с YouTube-каналом, которое тоже вставляется по желанию. То есть, если у вас есть этот YouTube-канал, ради бога, мы обязательно его добавим, он будет играть. И как только вы включаете прямую трансляцию, здесь она то же самое будет появляться, без каких-то либо там дополнительных включений, все это будет автоматизировано. То есть, сейчас на данный момент трансляции нет, да, то есть, как говорится, поэтому здесь ничего не работает. Трансляция, прекрасно, как только начнется трансляция, здесь включаете и будет показана ваша трансляция. Далее, чуть ниже, это правила компании. Также, да, то есть описывается ваши правила, можете придумывать, можете добавлять, можете удалять, то есть все по желанию той или иной компании. Ну и в самом низу это две кнопочки, кнопочка для сотрудников компании, там вход исключительно по паролю, либо без пароля, все, опять же, все зависит от вашего желания. Ну и, естественно, ссылочка на резюме для вступления в корпорацию, то же самое это может быть как на ВКонтакте, да, допустим, если у вас там есть анкетка, либо, допустим, на ту же ВТК-панель, почему бы нет, то есть это тоже по желанию. Ну, зайдем, собственно говоря, для сотрудников корпорации, да, на данный момент я сейчас введу пароль, который я установил для сотрудников, то есть сюда могут заходить исключительно только сотрудники корпорации, которые знают этот пароль. Ну, вот пароль я неправильно ввел, ну, как всегда. Сейчас мы все это исправим. Оп, должно войти. Все, отлично вошли. Собственно, здесь тоже по шаблону, ничего лишнего. Единственное, что может отличаться, либо есть у вас таблица сводная, то есть, да, вашей компании, либо нет. То есть, это опять же по желанию директоров компании, администрации. То есть, захотят они ее ставить, ради бога, с удовольствием это сделаем, поставим, чтобы сотрудникам было удобно смотреть. И 4 кнопочки, это уже будут у всех компаний, то есть это первые две кнопочки, они стандартные, это конвои корпорации и грузоперевозки. И нижние вот эти кнопочки, здесь будет ваша ссылка на все, что вам хочется, на все, что вам угодно, то есть хотите ссылку на скачивание какого-то мода, ради бога, поставим ссылочку на скачивание какого-нибудь мода, хотите ссылочку на видео, пожалуйста, скинем ссылочку, поставим ссылочку на видео с YouTube или откуда угодно, любая ссылка, абсолютно любая, которая вам удобна. Ну и зайдем в основные кнопки конвой корпорации, да, как она выглядит. Вот так вот она выглядит, это шаблонно, то есть на всех компаниях она будет выглядеть так. Две кнопки сразу создать конвой, создать отчет. Здесь будет список конвоев, три конвоя будут просматриваться, последние три, да, допустим, по добавлению. И чуть ниже будете видеть ссылочку, не ссылочку, а табличку, где будет информация о принятии отчета по конвоям с отметочкой вашего рейтинга. То есть там есть определенная форма, которая будет высчитывать этот ваш рейтинг. И если клеточка зеленая, значит конвой выполнен, отчет сдан, и администратор его принят. Да? То есть если белый, как сейчас, да, вы видите внизу, то есть буквально недавно его выставили, то есть администратор его еще не проверил. Как только он его проверит, здесь будет зеленая клеточка в самом низу и число с рейтингом, которое вы заработали. Все зависит от того, сколько людей у вас прибыло на старте и на финише. Это что касается конвоев. Теперь мы посмотрим, как выглядит грузоперевозки. Вторая кнопочка. То есть то же самое. Сразу две кнопочки наверху. Это создать отчет по грузоперевозкам ЕТС и АТС. Это распределяется. И чуть ниже табличка, где, собственно говоря, вы можете посмотреть своего сотрудника. Да, допустим, как он ездит, сколько у него ошибок, какой у него приблизительно рейтинг. И то же самое внизу, вот здесь вот, допустим, будет либо белый он, то есть он не проверен администратором, либо зеленым, то есть здесь сейчас все администраторы все проверили, то есть рейтинг выставлен. То есть ничего сложного нет.
То есть вот эти цифры, которые итого, да, на всех таблицах, это как раз все цифры ведут к тому рейтингу, который я вам показывал в начале видео. То есть все это суммируется, все это считается и выводится на рейтинг, на основную кнопочку, так скажем, этого сайта, да, рейтинг. Ну вот, собственно говоря, все. Ничего сложного здесь нет. Единственное, самое главное отличие, допустим, этого сайта в том, что здесь сотрудники, которые у вас в компании, да, располагаются, делают, работают не на себя, да, допустим, как на той же ВТК-панели, там сотрудник смотрит свой рейтинг, он там зачем-то гонится, а работают на фирму для того, чтобы рейтинг фирмы подрастал. То есть здесь нет такого, что каждый сотрудник может посмотреть, как он искатал. То есть исключительно прерогатива директора, то есть он сам может посмотреть, да, там сам что-то увидеть, но все рейтинги, они работают только на фирму, не более того. Собственно, ну, кому-то это нравится, кому-то нет, это уже, как говорится, выбирать вам, администратор. Ну, может быть, конечно, в дальнейшем, да, сайт будет развиваться, может, мы обязательно добавим функцию, может быть, да, которая будет учитывать рейтинги определенных сотрудников, хотя по большому счету это не нужно, потому что есть сводные таблицы, которые, да, допустим, вы добавляете, да, вот эту вот таблицу, где я, собственно, по крайней мере, у себя в компании, да, то есть могу посмотреть, кто на что там способен, кто как катается, кто сколько грузоперевозок сделал. Ничего сложного в этом нет, то же самое, как бы посмотреть, и не нужно знать, кто там на что способен. Ну, в общем, вот так. Собственно, все вам рассказал по этой таблице, да, то есть ничего сложного нет по этому сайту, как он работает, чем он занимается. То есть, если у вас есть желание, ради бога, регистрируйте свой ВТК. Единственное условие, это чтобы компании было больше года. То есть, если меньше года, то вероятность попасть на этот сайт будет мизерная, скажем так. Ну, в общем, вот и все. Про этот сайт я все рассказал. Ничего такого сложного здесь нет, да, функционал более-менее стабильный, понятный. То есть, если есть вопрос, как я говорил в начале видео, здесь есть кнопочка, да, то есть задать вопрос, если вам что-то непонятно. Ну, естественно, в дальнейшем будут прописаны правила, хотя даже прописывать не надо, да, допустим, вот мы когда создаем какой-то определенный отчет, да, там, то есть, либо компании, либо конвоев, да, то есть, создаем отчет, допустим, по каналу здесь будет прописано, да, как вы должен выглядеть, то есть на скриншоте там таб должен быть такой-то, такой-то там, да, ник, чтобы просматривался. Ну, как, собственно говоря, ничего сложного нет, то есть здесь все написано, все, то есть объяснить. Если у вас что-то не получается, допустим, да, вот я ввожу, здесь будут подсказочки, ничего сложного тоже нет, то есть сразу вылезет подсказка, что вы сделали не так, для того, чтобы все вам оптимизировать и проще сделать. В общем, вот так это все выглядит. Спасибо, ребят, большое, что смотрели. Надеюсь, вам сайт очень понравился. С вами был я, Минион Стюарт. Всем отличного настроения. Пока-пока.